У вас, дорогие братья и сестры, сегодня день 11 сентября, усекновение главы, пророка, предтечи и крестителя Иоанна. В этот сегодняшний день есть старая традиция, дореволюционная. В этот день служить молебен за страждущих людей от недуга пьянства и наркомании. И вот, наверное, в наши дни это самая актуальная проблема, ну и может быть не каждой семьи, но нашего общества. Вот есть в словах молитвы, которую мы сегодня будем с вами произносить, мы просим о трудолюбии. Вот любить труд. Вот самое, может быть, простое лекарство от недуга пьянства. И задумаемся, а часто ли мы своих детей приучаем к трудолюбию? Ведь труд это не только физический труд, но труд это и духовный. И болезнь это не только физическая, но и духовная. И труд, он дает свои плоды. А плоды духовные и физические дают радость человеку, которая наполняет его сердце, которая его отвлекает от его греховных помыслов. Вот и в сегодняшний день мы с вами возрождаем эту традицию. Мы собираемся не только в храме, не только, может быть, на площади, но и дома должны произнести свои молитвы, слова за наших людей, не только близких, которых мы даже знаем, которые нуждаются в нашем слове, в нашем сочувствии и в нашей помощи.
чему я вам хочу всем и пожелать. Трудолюбия. С праздником вас всех. Трезвости для того, чтобы провести молебен, помолиться Богу вот так сообща, соборно. И всякое прошение благое Господь да подаст нам. Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господине Высокопреосвященном, Господу помолимся, о градисе, всяком градисе ниве, о благорастворении воздухов и земли плодоземных и временях мирных, Господу помолимся, о плавающих большинств, смертоносные страсти, Господу помолимся. Страх божественный, Господу помолимся. Поешь подать им силы преподать. Поешь приятие молитвы их и воспитания же Твоей благодатью. Пресвятая, пречистая, преблагословенная, славная, владычи. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. И умру наши путы, и подем телом Господнем. Камень Божий не приглашен, зиждущийся быть во главу угла. Послушай, пожалуйста, посещение страдающим рабом Твоим, и сгорят для ресница Твоя. Премудрающий, что есть благоугодно Богами, и не приближай Ему. Аллилуйя! 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 Изведи темницы душу мою. Аллилуйя! 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 Принцы, лежащие против Галилеи, когда же вышел он на берег, встретил его один человек и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, узами сберегай его?» Но он разрывал узы и был гоним бедным. Их от пути погибели, молимтесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри, Господи, милостив на рабы Твое, порабощенное, помолимся Тебе, врачу души телес, услыши. Святых праведных Бога Отец, Иакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человека любец. Аминь. Возлюбленные о Господе, преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь молитвенно чтит память честного славного пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна. За богослужением мы слышали евангельское повествование о том, как нечестивый царь Ирод, ставший заложником своего обещания, данного на Перу, приказал отсечь главу сему угоднику Божию. И потому именно этот день, день строгого поста, был выбран церковью для того, чтобы напомнить людям о необходимости трезвого образа жизни. С 2014 года Священный Синод возобновил существовавшую некогда традицию ежегодно в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи отмечать День Трезвости. Трезвость в широком смысле слова можно понимать как способность правильно оценивать происходящее и внутри нас, и вовне. Именно трезвый взгляд на вещи помогает нам делать правильный жизненный выбор, выстраивать добрые отношения с родными и близкими, с окружающими нас людьми. К сожалению, нередко человек, руководствуясь ложными ценностями и ориентирами, сбивается с истинного пути. Он начинает чувствовать в душе тревогу и пустоту, впадает в уныние. Ему кажется, что с помощью различных одурманивающих веществ, в том числе алкоголя, он может освободиться от проблем. Однако вместо свободы от бед он попадает в зависимость от страшного недуга. В результате
разрушаются человеческие отношения, совершаются преступления, распадаются семьи, дети становятся сиротами при живых родителях. День трезвости призван помочь человеку, находящемуся в жестоком плену винопития и иных пагубных зависимостей, задуматься о своей жизни и встать на путь исправления, обрести истинную свободу и радость жизни, которая невозможна без исполнения заповедей Божьих, без совершения добрых дел и созидательных трудов, без искренней любви к людям и заботы о них. Отрадно, что сегодня на многих приходах открываются общества трезвости, действуют реабилитационные и консультационные центры, помогающие людям вернуться к трезвенному образу жизни. В этом немалая заслуга как церковных, так и светских специалистов, которые посвятили себя служению страждущим ближним. И эти труды не напрасны. По милости Божией сотни, тысячи некогда несчастных людей обретают надежду и возможность освободиться от греховной зависимости. Молитвам крестителя Спасова Иоанна да поможет всесильный Господь остановить распространение зла, алкоголизма и иных пагубных пристрастий на нашей земле и обратить людей к подлинной радости жизни во Христе Иисусе. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Еще раз поздравляю, дорогие мои, всех с праздником. И, конечно же, от всего сердца желаю вам, чтобы в ваших семьях, близких, родных, не было вот этого страшного. Потому что мы с вами понимаем о том, что в состоянии алкогольного опьянения сильного или наркотического человек сам себе совершенно не подвластен. Он творит то, что ему велит эта страсть. Это страшно. Поэтому будем молиться за тех людей, кто страдает, не осуждать их ни в коем случае, молиться и просить, чтобы Господь избавил их от этого. Помоги им, Господи. Нечестные Твои главы. Вас приветствуют студенты Михайловского филиала Волгоградский медицинский колледж. Мы присоединяемся ко всему сказанному выше, и как будущие медицинские работники тоже волнуемся о здоровье жителей нашего города. Складывается впечатление, что День трезвости – праздник новый, но это не так. Заболевание вызвано регулярным употреблением алкоголя, тяга к нему и последствия рождения больного потомства, заболевания внутренних органов, управление алкоголизмом. Сегодня поговорим о здоровье. Здоровые становятся инвалидами только в нашей стране. Говорят много о ее разрушающей силе.